Привет, друзья! У нас новости у птичек. У нас скворчата учатся летать, поэтому мама за ними летает следом и пытается накормить червяками. Они очень шумные, встают на рассвете. Коты тоже встают на рассвете, это комментируют. Такой типа телевизор кошачий. Вот. А мы с Илюшкой пытаемся гонять скворчат, чтобы их кошки не съели. Они пытаются спрятаться под окном в траве. Мама их пытается оттуда выковырить и заставить полететь. Ну, в общем, аттракцион продолжается. Извините за не очень чистое окно. По этой же причине окна нам загадили, потому что приземляются они где могут. Ну, такая веселая компания у нас соседская.